Некоторые болельщики провожали олимпийскую сборную России за деньги. Но вот правда, как выяснил Лайф, таких было не больше 2%. Накануне вылета российской делегации в Рио-де-Жанейро инициативу проявила одна из общественных организаций. Она предложила 500 рублей любому, кто согласился бы приехать накануне рано утром в аэропорт Шереметьево. В итоге на такой призыв откликнулись всего лишь 9 человек, ну, включая автора затеи. Таким образом, он хотел проверить, сколько болельщиков клюнут на приманку. Между тем, бескорыстно проводить российских олимпийцев в аэропорту Шереметьево собрались больше 500 человек. Ну, правда, включая журналистов. Они были на месте уже в 4 утра, хотя самолет с олимпийцами вылетел только в 9 часу.